Проект парка в Солнечном, о котором жители района просили президента, будет готов в ноябре. Об этом сегодня рассказал заместитель мэра Олег Животов. По его словам, первоначальный этап обустройства тропинок и озеленения почти 7,5 гектаров обойдется примерно в 50 миллионов рублей. Помимо этого, в планах открыть на территории спорткомплекс. Его возведение, скорее всего, возьмут на себя инвесторы. При этом возможности разместить неподалеку еще одну рекреационную зону, как хотят некоторые жители, пока нет. По словам заместителя мэра, в микрорайоне в ближайшем будущем и так появится сразу два сквера. Жители микрорайона Солнечного, при всем моем большом уважении к этой территории, у меня теща там живет, но точно не отличаются от жителей Советского района, от жителей других районов города Красноярска. При этом вот такой, что называется, негибкой позиции не проявляет ни один житель города Красноярска. Добавлю, изначально жители Солнечного предложили участок под парк недалеко от их домов, но диалога с двумя собственниками земли не получилось. Мэрия предложила им безвозмездно отдать землю, а взамен администрация готова была изменить под них границы города. Рыночная стоимость участков увеличилась бы почти в 17 раз. Территорию, которая не попадает под сквер, владельцы могли бы отдать под жилую застройку, зарабатывать на продаже жилья. Однако собственники, по словам администрации, хотели не только, чтобы их участки вписали в границы Красноярска, но и выкупили. А школы, садики и дороги пришлось бы строить городу. Это обошлось бы бюджету в 4 миллиарда рублей.